bu приготовлением уже Rusiya bir telekanalının çəkiliş qrupu Sochi'dəki Rus sanatoriyasında Putin Paşinyan və Putin Əliyev iki tərəfli görüşlərindən əvvəl və ondan sonrakı hadisələri əks etdirən ekskluziv kadrlar çəkib. Unikal xəbər verir ki, xüsusilə videoda işçilərin sənədləri imza üçün təhvil vermə protokolunu necə məşq etmələri, Paşinyanla görüş zamanı sərəfləri necə gətirmələri, sanatoriyanın dəhlizlərində dövlət başçıları ilə xarici işlər nazirləri arasında söhbətlər və Putinin Lavrovla necə qısa bir şəxsi müzakirəsi yer alıb. Потом министр выходит, и лидер остается один на один. Можно увидеть, зал вносит какие-то документы. Российский президент ранее говорил, что именно в Москве хранятся точные карты советских времен, которые вполне способны помочь в урегулировании. Возможно, сегодня обсуждались и они тоже. Переговоры один на один завершены. Путин пока провожает Пашиняна, на ходу увидев Лаврова. Президент возвращается, зовет министра иностранных дел. Они несколько минут говорят глазу на глаз, судя по всему, обсуждая ключевые детали только что прошедших переговоров. Но ведь это только начало. Путин встретил еще одного своего гостя, президента Азербайджана. Впереди еще одна отдельная встреча и только потом трехсторонние переговоры. Но мы с вами сейчас можем увидеть, что еще до начала встречи Путин и Алиев уже о чем-то беседуют. Видно, что настроение хорошее, но так часто бывает в начале встреч. Переговоры с Алиевым сначала тоже идут вместе с министрами, потом один на один. По ходу возникают какие-то важные вопросы. К Путину и Алиеву срочно вызывают помощников. Скорость в кулуарах растет.